профессор София Трой, археолог из Нью-Йорка, и ее верный ассистент Гус собираются совершить самое громкое открытие в истории. Заглуши двигатель, Гус. Слушаюсь, профессор Трой. Квецо. Древний город, затонувший несколько тысяч лет назад после сильного взрыва. Теперь он служит укромным пристанищем для Флиппера и его друзей. Тысячелетиями обитатели этих спокойных вод жили в гармонии с природой, но только до тех пор, пока... Гус, я нашла. Он существует. Я нашла Квецо. Поздравляю, профессор Трой. Вы родились под счастливой звездой. Пока профессор Трой не начала раскопки города. Медленно, но верно, ее машины пробираются сквозь руины все ближе и ближе к самому сердцу Квецо. Профессора интересуют предметы культуры Квецо, но прежде всего сокровище, которое с лихвой оправдает все ее усилия. Это легендарные каменные таблички, которые надежно спрятаны в одном из тайников Квецо. Они украшены золотом и жемчугом, и им действительно нет цены. Но самое главное – информация, записанная на табличках. Это история древней цивилизации Квецо. С подробностями страшного эксперимента, в результате которого затонул город, а на его месте появился остров Илок. Эксперимент может в обратном порядке проделать обладатель табличек. Это невероятно, Гус! Да, профессор Трой. Гус, это величайшее открытие в археологии со времен изучения египетских пирамид. Но что станет с землями, которые появились после этого необычного эксперимента? И что станет с нынешними морскими обитателями Квецо, если их дома окажутся над водой? Что будет с Лопакой и миролюбивым народом Милиуни, если их родной остров снова погрузится в морскую пучину? Их будущее в твоих руках. Эй, ты! С другой стороны экрана. Не дай профессору Трой погубить Квецо и остров Илока. Тебе надо найти таблички раньше нее и спрятать их в надежное место. Гус, скоро ты его увидишь. Город Квецо — это то, о чем я мечтала. Но тебе будут помогать. Лопака из народа Милиуни. Я люблю плавать, нырять и рыбачить. Я Мола, я из народа Милиуни. Я люблю заниматься серфингом, у нас классная волна. Ну что, разве мой остров Илока не прекрасен? О, привет, я Бола, сын вождя. Я сильный и смелый, и очень скромный. Я Спайк из Нью-Йорка. Привет! Профессор Трой, моя мама, она занимается наукой. А я люблю технику. А еще люблю кататься на скутере. Давай начнем. Но прежде чем идти за каменными табличками, предлагаю спросить у мудреца Керавы, что он о них знает. Где нам искать каменные таблички Квецо?
Кто здесь? Кто меня звал? Каменная табличка находится в самом сердце Квецла, в главном зале. А чтобы добраться туда, нужно сначала пройти два других зала. Поэтому сначала найдите ключи и отоприте каждый зал. Всего таких ключа три. Хорошо, но где их искать? Они спрятаны на острове Табу, в джунглях и Локи. И здесь, в подводном мире Квецла. Возьмите листик с этого растения. Он обладает волшебной силой и может пригодиться тебе в трудной ситуации. И последний совет. Старайтесь быть очень внимательны. Помощь может прийти откуда не ждешь. Удачи! Эй, давай подумаем, что может пригодиться для поиска ключей. Щелкай хижины и смотри, что внутри. Итак, прежде чем взять таблички из Квеца, мы должны найти ключи. Щелкни карту и выбери место, куда мы отправимся. Кажется, наш дом – самое лучшее место для начала поисков. Все говорили, что Квеца не существует, но я нашла его. Теперь... таблички. Рядом с Илокой находится Табу, загадочный остров. Милюни боятся этого места. Они считают, что там живут призраки. Нет, только не остров Табу. Там живут призраки. Я думал, ты смелый, Бола. Исследуем остров Табу и поищем следы древней цивилизации Квецо. Но надо быть осторожными. На острове ловушки. Должно быть, это храм четырех стихий. Почему он так называется, мудрец Лопака? Этого я точно не знаю. Зато знаю, что четыре стихии – это земля, огонь, воздух и... вода, как говорили нам в школе. Ух ты! А что это за страшилище там сидит? Не знаю, но выглядит он недружелюбно. Ой, это надо починить, а то у нас будут неприятности. Там так темно. Ну, кто пойдет? Эй, я жил в Нью-Йорке. Темнотой меня не напугаешь. Я пойду. Осторожно, Спайк. Кто-то должен остаться охранять вход. Это довольно ответственная задача. Я посторожу вход. Удачи, Спайк. Сейчас нам пригодится фонарь. Страшно! Бездонная пропасть! Пожалуй, здесь мне понадобится веревка. Так, начнем. Когда веревка будет рядом со мной, жми пробел, чтобы я прыгнул. Я рассчитываю на твою сноровку, приятель.
похоже, становится труднее. Я настоящий Тарзан. Похоже, становится труднее. Эй, это даже забавно. Ой. Ура! Ну вот, больше здесь делать нечего. Здесь мы уже были. Попробуй другую дверь. Эй, проверь, что там в другом конце коридора. Клавишами стрелками влево и вправо. Помоги мне пройти. И жми на пробел, чтобы я прыгнул. Почти расплющило. Чуть не задело. Почти расплющило. Уф. Почти до... Осторожно. Уф, осторожно. Получилось. Теперь остается только войти в эту дверь. Ну вот, она никуда не ведет. Осталась последняя дверь. Эй, приятель! Кажется, здесь опасно. Используй клавиши стрелки, чтобы я прошел и не обжегся. Договорились? Наконец-то выбрался из темного коридора. Теперь в другой темный коридор. Смотри, ключ! Тупик. Здесь должен быть выход. Мне кажется, что осколки — это части суперсекретного кода. Здесь может быть очень хитрая ловушка. У меня уже на мокрой ноге. Надо взломать этот код. Быстро!
А вот и он, на берегу. Мокрый и довольный. Спайк, все нормально? Да, у меня есть ключ. Но не могу сказать, что это доставило мне удовольствие. Молодец, Спайк. Значит, мы можем покинуть этот странный остров. Но куда мы отправимся дальше? Что говорил Кираба? Наш родной остров – это самое прекрасное место в мире, по крайней мере для меня. Мы обожаем нырять, плавать, гулять и искать приключения. Но в сердце джунглей таится опасность. В зарослях деревьев притаился ягуар и... Никогда не сходи с тропинки, или тебя затянут зыбучие пески. Чтобы попасть в джунгли, надо идти налево. Да, знаю, 100 раз ходил. Ты уверен, Пол? Ведь джунгли на севере. Да, это и есть север, или... Север можно найти с помощью компаса, это вернее. Это то, что нам нужно. Пошли, ребята, время не терпит. Это зыбучие пески. Если оступиться, то тебя засосет и... В общем, это очень неприятно. Но нам всем придется их пересечь, чтобы попасть в джунгли. К тому же они ужасно горячие. Спайк, тебе понадобятся кроссовки. Ведь ты еще не привык к горячему песку, как мы. Спайк, Нола права. Разве они не в сумке? Идите за мной по дорожке. Как у вас с равновесием? Используй клавиши стрелки. Ой, у меня ноги горят. Сок горят. Эй, мы почти у цели. Хорошо, что эта жара кончилась. В джунглях много опасных животных. Я ничего не вижу. Надо смотреть и слушать в оба. Если что-нибудь услышишь, будь начеку. Щелкни его, прежде чем он тебя съест. Но у тебя только одна попытка. Ты должен догадаться с первого раза. Я попал! Тихо, Бола, слушай. На этот раз не щелкай, пока не будешь уверен. На этот раз не щелкай, пока не будешь уверен. Так ему и надо. Я попал!
Тихо, Бола, слушай. Я попал! О, чуть не ошиблись. Тихо, Бола, слушай. Хорошо получилось. Тоже оставил здесь эту лодку? Да, немного странно. Давайте осмотримся и попробуем что-нибудь найти. Попробуй щелкнуть. Ух ты, Хлевуч! А как он здесь оказался? Фантастика! И как нам отсюда быстрее выбраться? Мы должны распутать этот узел. И похоже, это будет не так-то просто. Щелкни узел и попробуй распутать. Отлично! Отлично! Это совсем не то, что нам нужно. Получилось! Залезайте, ребята. Мне трудно держать лодку. Как управлять этой штуковиной? Используй клавиши стрелки, чтобы управлять лодкой. Ни во что не врезайся! Нарисовали эти точки. Это не точки, Бола. Это музыкальные ноты. Эй, слушайте. Перестань забавляться с трофеями. Помоги нам найти таблички. Ух ты, вот это была поездка. Все, ребята, дальше я пойду один. Спасибо за помощь. А почему нам нельзя? Чтобы найти следующий ключ, мне придется исследовать развалины Квенса под водой. Лопата может находиться под водой сколько угодно. Давай, лопата. Спасибо, ребята. Пожелайте мне удачи. Флиппер! Пожаловать в мое королевство, в прекрасный Квенсо. Долгое время это место было райским уголком для меня и моих друзей. Мы любим плавать, плескаться и играть в этих теплых, спокойных водах. Ну, раньше здесь было спокойно.
Привет, Лопака. Тебе удалось найти ключи? Да, мы нашли два ключа. Молодцы. Тогда не будем терять время. Тирава сказал, что в Квецо тоже спрятал ключ. Я видел, что профессор Трой направляется к затонувшему кораблю. Поторопимся. Вот он. Следуй за мной. Ух ты, сколько сокровищ. Посмотрим, хорошая ли у тебя память, Лопака. Псс, ты мне поможешь? Щелкни те предметы, которые ты видел на корабле. Да, неплохая память для человека, Лопака. Что это за шум? Не знаю, но он мне не нравится. Надо торопиться. Нам нужен этот ключ. Посмотри вниз. Ты видишь люк в днище корабля? Давай посмотрим. Может, там есть ключ? Ух ты! Что там внизу, Флиппер? Это вход на большую глубину, самую глубокую часть океана. Что происходит? Я не могу справиться с течением. Флиппер, ты здесь? Да, Лопака. Не волнуйся, я найду тебя с помощью эхолокатора. Здесь бы пригодился фонарь. Так давай посмотрим. Красиво. Внутри. Потрясающе. Теперь надо выбраться из этой темницы. Надо найти большой проход. Мы можем пролезть здесь, Флиппер. Пошли. Согласно моей карте, Гус, каменные таблички Квецо находятся за этой стеной. Я распилю ее. Да, конечно, профессор Трой. Отличная идея. Наверное, эти ноты — секретный код, который открывает дверь. Как код для сейфа. Только вместо цифр... Thank you.
получилось! Надо идти. Пойдем, Флиппер! Стой, Лопака. На этих камнях очень ядовитые шипы. Их нельзя трогать. Течение может отнести нас к этим шипам. Ты непременно должен помочь нам. Веди нас к цели с помощью клавиш стрелок. Да, какое сильное течение. Хороший маневр. Ой. Флиппер, мы справились! Я с трудом продвигаюсь. Гус, эта стена сделана из очень прочного камня. Держитесь, профессор Трой. Второй секретный зал. Куда теперь, Флиппер? Это похоже на какой-то лабиринт. Да, да. Я тоже так думаю, Лопака. А почему здесь все трясется? Надеюсь, это не профессор Трой. Ей не должны достаться эти таблички. Придумай что-нибудь, Флиппер. Быстро! Нам надо пройти сквозь этот лабиринт туннелей. Давай используем мой эхолокатор для поиска верного направления. Как? С помощью клавиш стрелок направляй меня в каждый из туннелей. Иногда звук будет возвращаться к нам, как эхо. И значит, там тупик, и мы будем искать дальше. Отличная мысль. Когда найдем нужный туннель, нажми клавишу стрелкой вверх, чтобы я поплыл. Ой, неправильно. Вернись. Нет, попробуем другой туннель. Куда теперь? Снова туннели. Ты молодец. Ой, неправильно. Вернись. Давай, Лопака. Нажми клавишу стрелка вверх, чтобы плыть в туннель. О, скоро я совсем запутаюсь. Этот никуда не ведет. Oh,
Снова туннели. Когда же это кончится? Куда теперь? Ой, неправильно. Вернись. Я уж было решил, что мы останемся в этих туннелях навечно. Смотри, Флиппер! Каменные таблички Квекса! Возьмем их! Держись за меня! Скорей, управляй стрелками, чтобы мы пробрались к там. Берегись, Флиппер! Моя голова... Классно! Берегись, Флиппер! Невероятно! Ой! Очень горячо! Берегись, Флиппер! Классно! Берегись, Флиппер! Ой! Очень горячо! Классно! Берегись, Флиппер! О, моя голова! Берегись, Флиппер! Ой! Надо еще попробовать! Получилось, Гус. Теперь надо сделать отверстие. Применим роторные лезвия. Я взял одну, Флиппер! Эй! Я тоже. Ну, что делать с третьей? Думай, может, кто-нибудь нам поможет? Вообще-то, для акулы он выглядит дружелюбно. Флиппер, вряд ли нам поможет каменная акула, как бы хорошо она ни выглядела. Может и да, но помнишь совет Кирам? Помощь может прийти откуда не ждешь. Может, и от камня нам будет польза. Чем обязан? Нам надо унести отсюда таблички. И быстро. И вперед! Ты не поверишь, что я сейчас увидела, Гус? Вы увидели сокровище, профессор Трой?
Какие-то странные морские создания уплыли с моими табличками. Этого не может быть! Как им это удалось? Но я так не сдамся. За ними! Вот они! Эй, вы нашли их! Легендарные каменные таблички Квецо! Молодцы, ребята! Теперь их надо надежно спрятать. Туда, где профессор Трой никогда не найдет их. И нам лучше действовать быстро. Профессор не сдастся так просто. Ребята, я знаю, где их надо спрятать. Болот, Спайк, за мной. Бурлящая трясина острова Илока. Говорят, что она живая. Круто. Мама ни за что не подойдет к этой штуке. Теперь дело за вами. Настроите эту катапульту и постарайтесь забросить таблички в трясину. Там они исчезнут без следа. Эй, ему не понравилось. Попробуем другое место. Глубоко. Эй, ему не понравилось. Попробуй другое место. Попробуй еще. Найди более глубокое место. Эй, ему не понравилось. Попробуй другое место. Отлично! Ему не понравилось. Попробуем другое место. Попробуй еще. Найди более глубокое место. Недостаточно глубоко. Ох, недостаточно глубоко. Эй, ему не понравилось. Попробуем другое место. Эй, ему не понравилось. Попробуем другое место. Ох, недостаточно глубоко. Попробуй еще. Найди более глубокое место. Недостаточно глубоко. Так, держать! Надо поторопиться. Попробуй еще. Найди более глубокое место. У меня хорошие новости. Все получилось. Теперь их никто не найдет. И спасибо тебе за помощь. Я тоже помогал. Теперь Илока и Квецо в безопасности. Ура! Вот и все. Пока. Спасибо, что помог спасти наши дома. Почему?